13-летний Иван Стариков называет Москву лучшим городом планеты. Из родного городка Чернушка, что в Пермском крае, Иван перебрался в столицу 3 года назад. Подумал, что в Чернушке мне тесно, и это не тот город для саморазвития. Именно поэтому я решил переехать в Москву. Я переехал не один, я переехал жить с мамой, а сестра и мой папа остались жить там. Папа с сестрой нас почти не поддерживают. Они не одобряли это решение, но мы все-таки решились. Я очень сильно был расстроен, и, конечно, хотелось бы переезжать в Москву с хорошим настроением, но, скорее всего, для меня этот переезд был с таким мрачным. Иван мечтает стать звездой шоу-бизнеса, потому сейчас активно изучает актерское мастерство и танцы, а у мамы берет уроки вокала. Именно мама Ольга Владимировна привила сыну любовь к музыке. В Москве она преподает вокал в детской студии «Непоседы», в которой занимается Иван. Сейчас мы живем неподалеку от Москвы, в Московской области, Красногорске. Именно поэтому мы просыпаемся очень рано и добираемся до Москвы. Садимся на маршрутку, заезжаем на метро, а там метро до центра. Я уже привык. Иван называет себя неутомимым и считает, что отдых – это пустая трата времени. Я бы хотел быть популярным, смотря на других людей известных. Мне нравится, как вот они идут, допустим, по сцене и говорят, типа, «Москва, я вас не слышу». Им вот, и этому человеку в ответ миллионы кричат, и это просто кайф. Несмотря на любовь к музыке, в конкурсе «Синяя птица» Иван выбрал для себя неожиданную номинацию – ораторское искусство. Я решила попробовать ораторское искусство, потому что для меня это что-то новое и интересное. Я считаю, что тут уже ты можешь рассказать о себе. Если тебе дали какую-нибудь тему, ты просто ее развиваешь и можешь вывести даже на себя. Я там все рассказываю только про свою жизнь. И я надеюсь, что это жюри заденет.